Всем привет! Мы на канале Три Утенка. У нас есть волшебный чемоданчик. А точнее портфель. Привет! А что у тебя в волшебном портфеле? Всякие сюрпризы. Ну-ка, давай посмотрим, что у тебя там сегодня. Какой сюрприз? Баночки для ванны. Ой, бомбы для ванночки. Бомбочки для ванны, да? Так, ну давай посмотрим. С клубникой? Поверни нам коробочку, покажи. Клубника. С клубничкой, точно. Спа-салон написано. Ну, давай открывать, посмотрим, что там за спа-салон, да? Кристина открыла коробочку, да? Тут можно делать своими руками дома, без этого набора. Тут обычный пищевой краситель. Как для яиц, да? Паскальных. Да. Это и есть для паскальных яичниц. У нас есть красный краситель, синий и зеленый краситель. Ну, круто. Ну-ка, чего там у тебя? Перчатки надо. Перчатки. Слушай, ну ты как настоящий этот химик. Лаборатория целая у тебя, секретная. Это у нас лимонная кислота. Так, вот она. Вот она. Бери, значит, лимонную кислоту. Высыпай в тарелочку весь этот пакетик. Ну да. Высыпай. Ух, похоже на сахар. С помощью лимонной кислоты наши бомбочки шипеть с тобой будут. Теперь бери пакетик с содой. Сода. Это у нас вот сода. Сода, да. Угу. Соду высыпай. Всю. Мука. Как мука, точно. Бери пакетик с морской солью. Всю. Опять? Да. Будет морская у нас и шипучая бомба. А это что у нас? Теперь бери, что там, масло, основа с ароматом мяты у нас. Вот это? Да, ароматизированное масло. Весь флакончик туда выливай. Весь флакончик? Весь. Одновременно измельчать и перемешать массу, надавливая немножко. Да? Мы сделали с Кристиной смесь, да? Да. Теперь будем делать бомбочку, да? Да, нам надо немножко часть покрасить красного. Красным нужно покрасить. Да. Так, сейчас возьмем тарелочку отдельно для того, чтобы нам покрасить красителем, да, нашу. Мы хотим поярче, да, чтобы было. Ага. Все, хватит, да? Нам надо взбавить водичкой. Водичкой чуть-чуть. Как? О, смотри, реакция пошла. Давай скорее размешивай. Берем две пластиковые половинки формы и в одну утрамбовываем ложкой красную массу. Слышишь, шипит, надо скорее это делать. Красную массу с большой горкой. Давай, помогу тебе. Красную массу с большой горкой будем утрамбовывать. Ложкой утрамбовываем ее туда. А потом белого еще. А потом еще, наверное, белое. А реакция у них какая? Ну, шипит, слышишь? Да. Вот эта реакция происходит. Вот, с горкой сделали. То есть они взорвутся? Да нет, они растворятся будут в воде за счет этого. Они же, конечно, они бомбочки, но не настоящие. Так, массу утрамбовали с горкой, с большой. Во вторую половинку насыпаем немного белой массы и трамбуем по стенкам, чтобы получилось углубление. Держи вот это. Держи. Берем теперь белую массу и трамбуем немножко туда, чтобы получилось углубление. Так, теперь, наверное, мы сейчас будем одну другую, да? Я так полагаю, запихивать. Мне кажется, она начинает. Вторую насыпь немного белой массы. Так, утрамбовали. О! Мама! Давай будем сейчас вот так вот скреплять ее. Да, лишняя капля. Ух! И она должна засохнуть. Кристи,
паутиной. Бомбочки сделали. Вон там Тёмка у нас на заднем фоне ползет. Вон он. Бомбочки сделали и придавили их прессом. Бомбочки наши были под прессом в течение 12 часов, да, Кристин? И сейчас мы посмотрим, что получилось, да? Да. И, кстати, Тёмыч ползет по-военному. По-военному ползет Тёмка наш. Сейчас подползет. Давай я помогу тебе. Бомбочка тяжелая. Оп. Вот они какие бомбочки они получились. Они немножко такие расплющенные. Ну ничего. И ну что? Мятой. Мятой пахнет. Ну что, сейчас пойдем пробовать взрывать бомбочки? Да. Да. Ну что, ползи, ползи, мы всем покажем, как ты ползешь. Вот он как к нам ползет, ему тоже интересно. Ага. Пойдешь с нами смотреть так, там бомбочки взрывать? Так, бомбочку мы открыли. Итак, давай. Готова? Да. Ну все, отлично. Давайте дать посмотрим, что будет происходить. Вылили. Реакция пошла. Да. Пена! Пена пошла. Давайте все запустим. Давай. Давай все кидать будем сейчас. А давай все в раз кинем, посмотрим, что будет. Ого. Там красный. Красно все. Пошел краситель, да, в ванну? Вкусная ванна. Вкусная ванна. Пахнет мятой, да, как сильно? Да. Потому что у нас в составе там мятное, да, масло какое-то. У нас все. Вулкан. Это, наверное, красит воду для игры. Это же пищевой краситель, как для яиц пасхальных. Вулкана соединим в один вулкан. Давай. Давай. Все вместе. Все вместе, ну-ка. Они такие приятные. Приятно? И мятой очень пахнет. И мятой. Ну, мятой-то вообще сильно пахнет. Краситель, краситель, камушки, краситель. Ну-ка, дай посмотрим, как он. Сейчас достану камушек. Вон он, вулкан. А это как? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. И смотрите прошлое видео. Всем пока-пока. Ну, Тём, помаши пока-пока. Пока-пока всем, помаши. Пока-пока.